в телеграм-канале увидела фотографию Арчихи, которую обнимает красивый мужчина. Было видно, что они влюблены. А рядышком фотографии ее. Она очень старо выглядит. И фотографии в рамочке. В рамочке он тоже шикарно выглядит. Мужик, который в рамочке, он даже не знаю, где лучше выглядит, который обнимает любимую женщину или тот, который бравый солдат. И я тут подумала, почему он так старо выглядит? Ну, по идее-то, ее должно переполнять счастье. В карман деньги, и он должна, наверное, летать на крыльях, что она выполнила свой долг. И тут мне почудилось, что я понимаю ее как женщина-женщина. А что, если ее жизнь внезапно опустела? Вообще стало все бессмысленно. И родина, и Путин, и долг, и деньги, и выплаты, и ее собственная красота без любимого человека. А вдруг она по ночам падает в бездну? А вдруг она понимает, что все, что ей рассказали, что ничего страшного, что я погибну, ничего страшного. Главное – это бороться там с бандеровцами. Вот если бы можно было подойти к ней и сказать там: «Люба, напиши, хочу все заново, чтобы вернуть его». А заново, значит, похуй Путина, похуй Крым. Все похуй, только верните мне любимого. Вот глядя на ее старое лицо, на эту рамочку, я понимаю, что она написала бы: «Верните любимого». Если меня слушают арчихи, которые любят своего мужчину, подумайте об этой женщине. До конца жизни она будет одна.